У нас сегодня проходит мероприятие, которое называется «Диалоговая карта». Здесь находятся специалисты и служб HR, и служб PR, и наши социальные работники, и специалисты по охране труда имели возможность поучаствовать в командной групповой работе, прочувствовать такой элемент, как диалоговая карта, которую нам любезно предоставили наши консультанты компании «Бюро». В рамках выполнения заданий, которые отражены в диалоговой карте, будет сформировано итоговое мнение за каждым столом, которое дальше будет объявлено от каждого стола одним представителем. Я могу сказать, что было очень интересно. Во-первых, было необычно, потому что в нашем опыте никогда такого не было. Вот то, что мы сегодня проводили, когда работали в команде, отлично было. Эта командная работа направлена на выработку единого решения в плане улучшения условий труда по результатам, опять же, повторюсь, заданий, которые в диалоговой карте представлены, и интересно будет получить результаты. Коллеги, сегодня, когда мы пришли в 3 часа на тренинг, мы тоже у каждого были свои мысли о том, что важно для соблюдения правил охраны. Кто-то говорит мотивация, кто-то говорит коммуникация, но прозанимавшись 3 часа, мы поняли, что самое главное – надо начать с себя.